Всем привет, дорогие подписчики и просто зрители канала, с вами снова мистер Ксимик, и сегодня, ребята, я хочу рассказать об одной новости. Во-первых, мы сегодня с вами снова сыграем в танки онлайн, этого не отнять. Ну а вторая новость — это то, что на моем канале, то есть на моем основном мистер Ксимик, он теперь у меня стал основным, а крипер запасной, что скоро планируется у меня выпуск Minecraft Story мода. Так что ждите, будем так зажигать нехило. Ну что, хочу сказать. Ну давайте сначала сперва команда на команду, и сразу хочу сказать, что в танках онлайн добавились, наверное, обновления, потому что такой окраски праздник я еще не видел. Но на самом деле здесь очень много красок. Ну, в том числе и гроза, и искра тут даже есть. Ну, Зевс. Ну, Зевс мне как-то вот побольше чуть нравится, но моя цель, вы знаете, сейчас, погодите, я вам кое-что покажу. Вот. Электро. Электро, вот это вот самое мое любимое. Ну, ну что, дальше. Теперь давайте установим, просто погнали всех. Давайте команда на команду, чтобы вот все было честно. Вот, у нас сразу быстрее загрузочка. Я думаю, сейчас, пожалуйста, игра. Ну, конечно, без музычки нам не обойтись. Вот. Сразу хочу сказать. Ой, опять меня забросил на эту карту. Опять меня забросил на эту карту. Слушай, танки стали чуть помягче, но возможно, сегодня даже будет лагать. Я не знаю, сегодня все сделаю, чтобы... Я сегодня просто все сделал. А ну-ка, получай по заслужкам, по заслуженному. Ой, шафтик, нужно уничтожать, а как вы хотели? Ах ты ж, так, стой, погоди, ай-яй-яй. Кстати, реально насыщение танков стало на новый ключ, только давайте я звук сделаю поменьше, потому что вот эти все звуки меня пугают до смерти вообще. Опа. Так, нет, у меня не получилось, увы, у меня не получается. Так, по крайней мере, так, я просто, да насрываю звук. Я не знаю, почему я просто на него отвлекся. Нет, он не берется, ладно. Ладно. А ну-ка, стой. Арман сбросил золотой ящик. А ну-ка, получай, ты, мистер Шафтик, получай, мистер Шафтик. Извините, мистер Шафтик. Тихо, у меня мало здоровья. Ах ты ж говно. Так, ладно. Извините, я забыл, что к игрокам нужно особое уважение. Так, ладно. Ой-ой-ой. Меня не задело. А ну-ка, уезжает меня. Ой. Ладно. Так. Тихо. Ой, а там турель. Уничтожай её. Красавчик. Опа. Ух ты ж, ё-моё, я даже не заметил, что я его уничтожил так. Тихо. Так, а вот там мистер Шафтик. Аккуратнее, мистер Шафтик. Вот он просто не знает, куда стреляет. Ну, наверное. Так, сейчас, погодите. Ой, тихо. Ой. Откуда меня шлепнули? Простите, чем... И чем меня так шлепнули, сам факт? Чем меня шлепнули? Так, отстань от меня, так, ой. Ай-ай-ай! А как так-то? Я же не... А как так-то? Ладно, все. Всякое бывает. А как он меня спал? А, может, у меня не половина здоровья было? Блин, давай я тебе помогу, парень. Так, сейчас, погоди, я тебе помогу. Блин, тебе нужно вот как-то так, что ли, я не знаю, где... Ай-яй-яй-яй, мамочки. Так, а чё тут у нас? Опа, давай. А, у тебя бронированный корпус? Так. Опаньки, так, круто. Опа, ай-яй-яй, промазал. Отступаем. Так.
Да, просто, слушай, прям вообще крутяк. Так. Так, ой. Шартик. Ты только нет, это не бомби. Ты только не бомби. Давай. Давай. На шашлык его. Ой, ай-яй-яй. Так, урон нанес. Это самое главное. Ай, мамонт, простите, мистер мамонт, простите. Ай! Дядя, ты слишком что-то как-то шустро как-то все это делаешь. Тебе не кажется, что это уже слишком? Так. Тебе не кажется, что это все слишком? Ай, дядь, не бей. Ай, дядя, не бей. Ой-ой-ой. Ой, как все плохо-то. Я же не знаю. Иди сюда. Иди сюда нахер. О, паники, промазал. Это уже хорошо. А ну-ка, иди сюда, тварь. Они зажали. Зажали. Так, зажали. Очень хорошо, как бы, знаете, я не знаю. Так. Очень мелко. Так. Кстати, реально очень хорошая обнова, я вам говорю. Я вам просто отвечаю. Он походу мину поставил, ладно. А сколько у нас там? 1 минута. В принципе, 1 минута это уже не так. Не ехать. Мы, так сказать, тащим. Они заняли эту позицию. А кто будет еще занимать позицию? Я не понял. Опаньки! Так, тихо. Я вижу тебя. Ой, аккуратней. Да куда ж ты спрыгиваешь-то? Ах, ай-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, тихо. Ай, дядь, не бей. Дядя, тихо. Ой, аккуратно. Так. Ну, ты кажется, что... Опа, вот что мне кажется, что сейчас он поедет сюда, и мне пипец будет. Это ж пипец. Опаньки. Отлично, и мне как раз чинилка. Это хорошо. Да, и мы заработали 1702 кристаллов. Ой, да. У нас видеоролик получился коротенький. Ну вот и все, с вами был мистер Ксимик. Увидимся в новых видео.